встреча с текстом песни плавно кружится снег. Вот дарит встречу с теми чудесами, с чудом, которое в ней живет. Чудо встречи Нового года. Вот это отношение к этому значимому, сказочному и волшебному событию. Чудо встречи с героиней песни, с ее такой трепетной, нежной, благодарной душой, растущей душой именно благодаря ее такой благодарной отдаче, желанием порадовать, принести праздник людям. И вот эти строки песни, в которых говорится о птице счастья, такое чувство, что крылья этой птицы счастья живут в сердце, и именно оттуда начинаются все перемены. Эта песня, она вдохновляет верить в чудеса преобразования, в чудеса благодарности, в чудеса рождения нового.